И флип сдвоил. Ну ладно, это Казуков. Казуков прошлого, а теперь Сергей Воронов. На данный момент у нас лидер Михаил Бжезина. 241 балл, 23 сотых по сумме. 160-34 его произвольная программа. Остается Сергей Воронов и Хавьер Фернандес. Молодец. Отлично. 4-3 с плюсами. По базе 14-4. Щедро плюсов отсыпали судьи. Стоять, стоять, стоять. Молодец. Тройной аксель. Ну, чуточку развернуло там. Страшно. Не катастрофично. Нет, не получилось. Это была попытка еще одного четверного тулупа. Только три. То ли хода не хватило, то ли борт был уже близко. Луз двойной.
Ну что же, Сергей Воронов, с одной стороны, браво. Место свое он сохранил. Я думаю, что тут мы можем не опасаться. Хотя, конечно, подождем решающих оценок. Но, в принципе, классная программа. Что тут скажешь? Все в характере, все сделано очень интересно. И главное, что, перейдя в группу Терри Тутберидзе, он стал кататься вот именно качественнее. То есть подход в тренировках стал качественнее. Подход в тренировках стал детальнее, даже так правильнее сказать. Каждый нюанс отрабатывается, продумывается. И поэтому костюмы, хореография, катание, вот это все должно быть на высочайшем уровне. Все должно звенеть. Могло ли быть лучше? Могло. Но есть что есть. Ну, просто четверной и второй не получился. Получился просто тройной тулуп и... Все так и было, да? Я поняла, что это было. Там уже свои взаимоотношения. Ну, и Терри Тутберидзе, конечно, может спросить. При внешнем спокойствии очень требовательный тренер и пользующийся уважением и авторитетом в своей группе. Мне, честно говоря, я хочу увидеть повтор. Это прекрасно исполненный каскад, четверной тулуп, тройной тулуп. Вот мы сейчас видим аксель. Ага, все понятно, понятно, да. Просто я отвлекся на секундочку. Мне показалось, что он все-таки к акселю добавил двойной тулуп. Я еще подумал, почему тогда уже во второй половине программы исполнил еще раз каскад, тройной аксель, двойной тулуп. И потом еще сделал каскад, тройной ридбергер, двойной тулуп, двойной ридбергер. Я подумал, что это все, это означает, что он без каскада. И вот сейчас в повторе как раз удостоверился, что все нормально, что Воронов все просчитал правильно. То есть не сделал в начале, но сделал потом. Знаете, концентрацию на каждый элемент выдают вот эти плечи, вот эти руки. Вот, знаете, он выезжает с прыжка и как бы уже сразу готовит руки. Руки в абсолютном напряжении, плечи сразу разворачивает обратно против, как бы в круг обратно против инерции, против центробежной силы для того, чтобы снова себя закрутить на второй прыжок. Сергей Воронов, москвич, который уезжал в Питер, тренировался у Алексея Урманова. Потом вернулся в Москву к Николаю Морозову. Ну и перешел в группу Терри Тутберидзе. .161.67. Он выигрывает у Бжезины произвольную программу. И 252 балла набирает. Но тренеры его не в восторге. Хотя вот сейчас Сергей Дудаков улыбку... чуть-чуть отпустил и сразу же собрал обратно. Серега, ты второй.